Всем привет, ребят. Сижу я сегодня такое с планшета после обновы, думаю, бля, что делать? Думаю, дай-ка зайду после обновы паролю. Там паролил чутку, нападали анубисы, там стрелки нового героя пока не выбил, но я там мало ролил. И думаю, зайду, потрачу коробочку. У меня их было 22. Кто вчера смотрел вчерашние наши стримы по китайке, где мы отрешивали на 7.6, 7.7, которые мы прошли уже на 7.8. Видели, я показывал, у меня было 22 коробки. Я решил зайти, тупо трешануть и открыть одну коробку. Вот у меня 20, 21. Я решил просто по приколу, думаю, дай зайду рольну. И что вы думаете? И я охренел, ребята. С первой тычки просто сразу падает железная воля. Это, блядь, мега просто везение. У меня не падали новые таланты. Дохренище коробок, очень много, там около 300 уже, наверное, открыл. Ни одного таланта нового не упало. И тут просто с первой тычки херась, блядь, и топовый талант. Я охренел, ребят. Ну ладно, это мы потом потестируем. Что у нас нового? Профессор Рибет, говногерой, антистрелок, мега имба и прочие. Ну, об этом тоже мы потом посмотрим, потестируем его. Думаю, попозже прокачаю его, потому что в первую очередь мы будем качать судьбу героев и прочую херобору. Вот такой вот он у нас. На эволюции курит, наверное, трубку. По статам средненько. 80% иммунитет к урону и увеличение атаки. Однозначно поставлю ему каменку, буду с ней бегать. Имеет иммунитет к снижающим энергию эффектам. Ну, это такое себе. В общем, судя по тому, что я видел на китайке, я с ним тоже бегал. Унылое говно. Маленький пиздюк, как я сказал. На одном из видосов обзоров мини-обновления. Так, дальше. Что у нас еще нового? Колесо дружбы. Это я вам показывал. Вот такая вот херобора. Кролик, кручу-верчу, наебать хочу. Я бы так это назвал. Но призы довольно-таки неплохие для бездонатных аккаунтов. Пойдет. Дальше. Спасение наград и попыток. Честно говоря, не помню, где там оно находится. Где-то, блядь, хуй знает где. Суть в том, что не до выкраса, ну, те попытки, которые мы не использовали, нам могут вернуть либо за самоцветы 100%, либо 50%. Я считаю, это неплохо, очень даже хорошо, потому что многие не имеют возможности все время заходить в игру, а так зашел, там забрал либо бонусом 50, действительно, реально приятно будет. Дальше. Два новых таланта. Железная воля, исцеление. Железную волю я вам показывал, мы его протестируем. Исцеление мы тоже тестировали на тыковке. Надеюсь, мы его выбьем. У нас будет куча коробочек, куча трэша. Потестируем на тыкве, на других героях тоже. Железная воля, охуенный талант. Просто нет слов. Прокачаем на 8, думаю, будет трэш. Новый питомец Ледышка. Тоже я его получил. У меня было там 50 сумочек. Вот так вот он выглядит. Питомец охрененный. Плохо, что он донатный, но питомец реально просто охуительный, ребята. Первого уровня будете иметь, первого, второго, похрен. Старайтесь его получить. Вызывает иллюзию, она неуязвима. Атакует ближайшие башни сразу же. Налаживает заморозку на 2-3 секунды. Это на первом или на втором скилле, я не помню, я там поднимал его немножко. И он вылазит не один, там еще потом вылазит. Я не знаю, что будет на максималке, но просто охуительный для подземок. Также я тестировал какого-то хрена, мы вчера бегали на твинке. Каким-то образом он Ронинов тоже морозил. Я не знаю, почему так получилось, но кто хочет, пересмотрите вчерашний стрим. Там было очень много мата, очень много трэша, но мы там просто затащили просто мега имба прохождение. Было такого, вы нигде не увидите. Так, дальше. Новая область судьбы. Небесный пик. Тут я тоже поразвлекался уже немножко.
Там уже хранителя качнул. Я их всех прокачаю, постараюсь сегодня на максималку. Купидон, хранитель, повелитель бури, Афина, бог Рома, ангел. Купидон просто имбище будет, хранитель пойдет, повелитель бури спорно, потому что и так атаки до хренища будет сливаться. Афина топчик плюс одна цель. Дальше. Дальше у нас 9999 предметов. Я их по этому поводу очень долго заебывал, просил, что так и так, у меня ресурсы из-за вас просто пропадают. Наконец-то они это ввели, и это очень правильно. Хотелось бы, чтобы они еще ввели на склад до хренища места. Даже пусть там за самое похрен. Два облика. Звездный, нападающий, хранитель, ловкий, защитник, триант. Облики сами по себе, блядь, ну не знаю, кто их придумывал, но... Я уже об этом говорил. Одного мы сегодня выбьем. Заберем, потестируем. Это будет у нас хранитель. Второго пока у нас нету в акциях. Ну, думаю, будет завтра, либо на выходных. Ну, как обычно у нас на русском сервере. Такой трешечок бывает. Так, дальше. Смотрим, что там дальше. Командные подземелья лучше создать. Короче, куча всякой... хрени по поводу улучшения интерфейса. Это все до одного места. Сделайте просто запоминание рун. Все, от вас больше ничего не требует от этих локаций. Хотя бы это сделайте. Они, короче, понадобавляли каких-то процессы, пустынные руины, интерфейс. Там уже сколько эти обновы руины улучшают, улучшают. Они как висли, так и виснут. Как было куча багов, так и есть. Системные уведомления об успешных действиях и увеличении силы больше не будут перекрываться, заебись. Иконки будут наблюдаться во время пустынных руинах. Самое говнище, ребята, то, что во время роллинга талантов, кто смотрит китайку регулярно, видели, там появляется табличка. Я надеюсь, ее уберут скоро, и либо убрали уже. Улучшено отображение системных сообщений. Ну, блядь, самый важный пункт, который надо было делать. Алтарь героев... фигня, это все фигня, фигня. Вкладка энциклопедия героев переименована в энциклопедия. Ну просто то, что надо было о чем писать. Все об это, об, от этого страдают. Так, плюс один слот, плюс 10 слотов это пойдет. Боевые не требуют создания атаки из интерфейса боевых действий и рейтинга. Больше не требует золота. Да, это я заметил на китайке. Там не надо даже 500 золота, можно сразу же идти в бой. Это... в принципе, хорошо, потому что бывает такое, что нету ни золота, ни самоцвета. Так, изменено количество очков судьбы, получаемых героем за уровень навыка, уровень таланта и уровень просвещения. Это я тоже заметил, какого-то фига у нас очень быстро начались набираться просветы. Сейчас мы зайдем, посмотрим, сколько у нас сейчас. И перейдем к последнему пунктику, он очень, кстати, интересный. Так, что там у нас по архидемону? Понятно, будем вечером бить. Так, что я там, блядь? Приехал быстро, уже забыл, что смотрел. Видите, старость не радость, ребята. А, просветы, идем просветы. Смотрим моих прокачанных нубогероев. 48 тысяч. 44, да вроде все так же, не знаю. 42, никаких особо там изменений я. 47, не вижу. 42 43, не знаю, что они этим хотели сказать. Ну, посмотрим. Так, ну что, давайте немножко, как обычно, трешанем. Что там у нас временные акции интересного есть? Так, последнее это я потом заберу. Соберем скин на ворожея, ой, говорю ворожея, на хранителя. Сейчас включаем читы. Секунду, ребят. Просто спешил. Не было времени подготовиться. Надо сейчас заснять немножко контента для вас, чтобы вы охуели просто с того, что нам добавили в обнове и поняли, что это просто жопа.
Ну, что я могу вам сказать? Обнова охрененная, я там паролил на 70к, выбил Анубиса, два стрелка, там Бигфута, там реально падало первые минуты, просто огонь. За 70к я нового не выбил, но мы сейчас за ним не гонимся, как бы мы его выбьем и протестируем. Что там у меня 50, видите, уже 50 Анубисов на бездонатном аккаунте. Так, вроде все нормально, поехали, заберем хранителя, сразу посмотрим на него в действии. Базар какой-то вообще, бля, что-то там писали, будут базары изменять, что-то я не вижу никаких изменений пока. Сейчас заберем скин, чтобы открыть талантики. И будем дальше, ребята, трэшевать. Так, есть. Все, не все. Еще. Да вроде ж 5 забрали. Пишите в комментах, как вам обнова. Обязательно, ребята, ставим лайк. Делаем топ-контент для вас. 5 хранителей. Скин. Охуеть, столько камней. Просто еще у нас события есть сегодня. Хорошо, хорошо, я понял, понял. Спасибо, 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 IGG. Спасибо, я помню за ваши события. Я их никогда не пропускаю. Невозможно получить. Склад достиг своей максимальной вместимости. Вот так вот, ребята. Как обычно. Сложна жизнь без доната. Так, 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 так. Идем, 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 идем. Где ты, родной? Перейти. Использовать. Вот так теперь у нас выглядит наш хранитель. Поехали его сразу же посмотрим. Не буду вам писать отдельный видос на эту тему. Он у нас уже в самом конце, опять надо привыкать. Вот давайте такого вот. Поехали, окей, смотрим. Вот такое себе. Какие-то, блядь, эльфы пиксиков насмотрелись, блядь, не знаю. Чё это такое? Чё это за скины, блядь? Не знаю, меня это, блядь, как-то немножко уже бесит. Нарисуйте, блин, нарисуйте один скин, не рисуйте, блядь, нарисуйте. Ну что это такое? Кто это такой вообще? Какой-то, блядь. Какая-то непонятная дичь. Давай, включайся. Короче, блядь, унылое говно, ребят. Мне Хрон больше нравился. Смотрим, что... По статам дает 10 тысяч жизни, 400 атаки. Ну, такое. Такое. Ладно, мы не это хотели. Мы хотели просто открыть ему талантики. И будем заканчивать с этой. Заебись. Охуеть. Просто имба. Вот такое вот. Прокачаем потом. Поставим ему топовые таланты, будем ролить. А, он у меня 11, думаю, что за херня. 11 скилл уже. Вот такое вот, ребята, унылое говно у нас. Не знаю, пишите свое тоже мнение по этому поводу. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бомбите. Ждите новых видосов. Я пошел качать Минотавра. Всем пока.